Секунду, есть? Нету. У Макса есть. Макс сейчас подойдет. Ага. Подходи. Я не брал секунду, у меня нет ни одной. Понял. Я метки не брал. О, слышу. О. Зазывает. Угу. Гриму пизда. Я там только что пробежал. Его не было там. Где был? У Бори? Прямо в углу, прямо на краю карты сидит. Бля, я не вижу, он по мне стреляет. Ну, он спрятался, он забавился. Смотри, вот здесь вот он сидит. Да, 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 вот здесь вот. Там баг какой-то. Браво. И я, короче, побегаю, посмотрел, нет никого. Погоди, а, погоди. А он оттуда стреляет. Вот прямо с кучи, с-под земли. Прямо с-под земли. Понял. Не спеши, Димас. Чуть выше. Возьми чуть-чуть. Да, вот тут вот. Ёбни туда. Выше, выше. Вот сюда. Да, блять, он меня выцеливает, он сейчас. Я, короче, сейчас его буду тушить, этой. Чтоб он закашлял хоть. Да. Прыги. Макс, ты далеко? Нет, там я близко. Давай, подходи. А, я вижу, где он. Он над трупом у Гримыча. И ты его видишь прям? Я вообще его не вижу. Вспышку вижу. Понял. Пиздец, блять. А чего он тебя убил, Гримыч? Шквальник? Дальше. Бага-юзер конченый, блядь. Кинь что-нибудь туда. Чего? Да. Ой, нихуя тут. Ты, Димас, не понял, откуда он стреляет? Ты не вижу его, ёпт. А ты что, понял? Ну я думал, побачу, хотя бы поймал. Понял я нихуя. Я постреляю туда этим сигнальником. Пусть он ослепнет. Бля, он сейчас один всех заебенит, ну, ёбаный. Ну да. Ты понял, какой баг? Да, да, кидайте ему репорт. Друзья, всем привет! Ну что ж, и такое бывает в Хантецком. Профиль этого куска говна в Стиме я оставил в описании под этим видео. Надеюсь, что видео поспособствует максимально быстрой блокировке этого аккаунта за использование багов с целью получения игрового преимущества. Также надеюсь, что разработчики в ближайшее время уже исправят этот баг с текстурой на новой карте. А пока... постарайтесь держаться от этого места подальше. Ну а сейчас, как обычно, лайки, дизлайки, оставляйте ваши комментарии. Если еще не подписан на канал, то делайте это прямо сейчас. И обязательно прожимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мое следующее видео. И играйте в хорошие игры. И играйте честно. Всем добра. Куда ты его кинул, блядь? Валено. Вот здесь, вот возле стены прямо. Мимо. Сука! Корона. Спасибо, Антох. Иду, иду, иду. Ты во дворе? Да, на меня с короной выходит. Все, пизда мне, он тут с короной, прям тут, за углом. Минус. Хорош. Все, 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 не спасай меня, я спас. Ёпту! Еще кто-то в доме, блядь. Да тут все, блядь. И метки тут, блядь, уже. Метки, кстати, Макс, у тебя справа. Да-да, я их смотрю. Ай! Где он? Снизу, сверху? Снизу, да. Снизу. Снизу, блядь. Дал ему. Ёбаная лестница. Блядь, горю. Дим, я горю. Не могу пока тебе помочь. Я понял. Хорош. Макса? Бля, Макса, да. Ну там метки пришли. В три ствола, блядь. 195 где-то. Здания нету, и там можно метку взять. И советую тебе это сделать. Аптека вот тут есть.
Ты слышал? Здание никого нет. Да. Все, тут 4 человека сейчас. Ага. Да, Дим, все перед нами. Бегу. Да, я тут. Раз, два, три, да, 4 человека. Почему 4, блядь? Убил, не? Нет, вроде бы. Один на дороге был. Сел. Вот здесь сел. Левее, левее, Димас. У меня интернет, походу. Ай, блядь. Выше. Пиздец. Да, тебя что скрючил там, братишка. Все, да. Спар. Ух. Там же сварщица. Видел. Его еще. А меня слышно? Да. Но ты там скрюченный стоишь. Бля, ну чё за хуйня? Сука! А их трое уже, да? Да нет, двое пока. Интернет есть. Я не знаю, что такое, бля. Красота. Он в упоре. О, а, это Антох. Да, все. Майонет есть. Да ебаный ты.